Всем привет, зрители, подписчики канала на ютубе. Ну что, у нас сегодня четверг, уже 6 августа, да? Всем привет! Да! Всем привет! Всем привет! Что? Привет! Вот так вот здоровается Вероника. Ну, естественно, Илюша потом, как всегда, обычно, если мама не снимает, то значит потом в обед, да, будет говорить всем. Всем, как раньше, да? Всем. Да. Раньше он всем. Всем. А сейчас всем привет. Вот так вот. Всем привет, та-та-та, да? Та-та-та-та-та-та-та-та. Так, ну что, мы одеваемся. Татьяна сейчас пришла, уже Илюшу отвела. Время 10 часов. Да. Начало 11. Мы покушали. Одели Веронику, такую красотку нашу. И идем по магазинам. Да, немножко докупать. Уже закупать. Дню рождения там что-то осталось у нас. Половину, может быть, уже закупили. Да? Идем, солнышко. Нормально дошли? Нормально, хорошо. Ну, понятно. Все, идем. На улице еще время, рано уже жарко. Ну, жарко, действительно. Сейчас и 3 дня, я смотрел, будет. Суббота, воскресенье, понедельник, там 31-32, не знаю. Ужасно. Будем тут день рождения париться. Вот. Что нет? Жарко. Только не это. Жарко. Жарко, жара. Я люблю жару. Ну, что делать? А здесь прохладно еще, более-менее, пока сейчас. До обеда. Сладкая. Так, ладно, идем по магазинам. Так, ты уже съездила на автостанцию, купила мне билетик на сегодня. Да, сегодня в 6 часов поедем. Ну, сегодня попрощаемся, тогда получается сегодня, уже пораньше. Да. Да, чтобы я сегодня смонтировал, завтра вышел лох. Чтобы люди посмотрели, да, наши подписчики. Да, что ты там, а? Деловая колбаса. Прячешься? Да. От папки не отходит. Да, ну, что делать. Соскучилась за 2 дня уже, да? Соскучилась за 2 дня, принцесса наша. А, потанцуй, как ты, Вероника, танцуй. Вот так, ох, ображивали, вот так. А какая ты большая-большая, покажи. Вероника, какая ты большая-большая будешь? Большая-большая, покажи. Не хочешь. Покажи, какая ты будет большая, Вероника. Что там, бутылку прячет? Да. И тихо-тихо-тихо, сейчас молоко будет. Вероника, там молоко еще. Какая большая-большая, Вероника? Покажи, большая-большая, Вероника, какая. Ну, Вероника, показывай. Показывай. За столом. Ну да. Вот так, нет, ну надо бутылочку забрать. Давай, покажи, какая ты большая-большая. Какая, как ты большая? Большая-большая, Вероника, какая большая-большая? Да? Не, она сама. Ну ладно, она сама должна показать. Ладно, не хочет. За столом, не хочет? За столом, хорошо, ну все, ладно. Так, да, все, хорошо. Давай, допивай. Все, выдвигаемся. Да? Да. Ну все, увидимся попозже. Итак, ну что, пришли мы уже с магазина, съездили в метро, сходили в линию. Все равно кое-что еще надо будет прикупить. Это я нам прикупит, там, что там из фарша, да, осталось? Из фарша осталось, еще фарш не брать, кабалку, колбасы еще надо. Колбасы я взял. Взял, да? Ну да, но не знаю, посмотрим, ну хорошая, наверное. Так, ну что? Что, пока еще на кубочке? Да, жарко очень на улице, потому что снимать это не стали, с сумками, с пакетами. Это яйца вытащу. Итак, да, десяточка яиц. Яйца, значит, она сейчас их разовьет. Так, ну что, я как-то заказать купил, попросили. Это я. Сочники. Это я наработку возьму. Да. Это в линии сейчас взяли. Вот, в линии взяли колбасу, дубки. Ну, смотри, то, что я хотела. Столично, да? Ну, смотри, то, что я хотела. Ну, посмотришь что-нибудь, ладно, в принципе, не знаю. Да, ты рукочку глазки. Ну, ладно, нет, должно быть вкусное, на вид хорошо выглядит. Ну, не знаю, премиум. Ну, так, я не могу доставать водичку. Водичку хватит, да, на работу. Батончик. Бананчики. Бананчики. Яблочки. И яблоки. Это вообще в линии брали. Да. Так, ну, там. Ой, воду, соответственно, я не говорю, вытащила. Ой, тяжело. Так, а это метро. Да, журнал. 7 дней. 7 дней. Программа. Фрош литровый. Литровый, да. Масло поставила. А? Масло. Пачку. Не знаю, масло взяли, попробовать, не знаю, орловское. До этого Валя убрали, не знаю, попробую. Надо сразу убирать, но на холодильнике. Так, колбасы, это на бутерброды. Перелат Страдворская. Это Илья. А, нет, это просто домой имею. Ну, на бутерброды, домой. Ну, такой пак колбасы, да, это половина годика на салат у меня, половинка домой получается. А, ну на оливье. Да, на оливье. Так, горец для пола. Здесь такие пасты зубные, которые новенькая еще. Вот трокс, да, новинка. И рокс с кальцием. Акс. Да, акс брали. Gold Temptation.
Это Владику пластилин. Пластилин, давай. Владик, убирай сразу. Убирай сразу его. В школе мы это убрали. Так, они пакет. Все. Так. Ай. Что там? Владик, достанешь? Ну что там полетело? Акс. На стол, бери. Ой, тяжелые. Мороженый мусс валет. Да. Нас очень его любит Вероника. А, еще один. Я один акс. Ну, нет, не КБ. Ну, вы это понятное дело, что видите. Но нас Вероника очень акс сильно любит. Шифт. И Владик, и Вероника. А я что? Да, мусс любит. И Владик, и Вероника, и Илюша все. Так, творожок валет. Творожок. И Вероника тоже будет есть. И, так, кстати, новинка так, появилась. Сыра. Кинзитер классик. Арла Натура. Сейчас я попробую две штуки, да. Такие вот. 250 грамм упаковочка. Он тоже сливочный, я не знаю. Наверное. Не знаю. Не знаю. Новинка написана была. Такую. Это я взял, да, Ара. Ихняя. Салфетка, короче. Так. Набор ручек таких. Владика тоже будет. 5 школе, синих, да. 3 черных и 2 красных, да? Да. Эрик Краузе. Эрик Краузе. Так, две. Масло Слобода, да, с ручкой. Да, Слобода. Масло, макаронка. Да, кстати, новенькие. Новенькие. Мы ни разу не пробовали, решили не попробовать. Маччерони, маччерони, две упаковочки. Да, обычных макарон. Это снимает, это их марка. Медовская марка, да. Одну пачку тоже попробовала. Все. Вот да. Такие покупочки, да? Как скажет Илья. Да. Ну, Раньше даже умудрилась расковырять фрош в магазине. А, не, она открыла Открылась, его. Я раз. Смотрю, когда начал, да, он кстати, выйти. Чуть-чуть подвытик, да, деловая. Ну ладно, съездили, так более-менее прикупили. Да. Ладно. Тут еще осталось, наверное, по чуть-чуть, совсем чуть-чуть купить. Все по чуть-чуть, хоть как обычно. Ну, по чуть-чуть еще, да. Чуть-чуть. Из конфет надо брать будет, из конфеты, фруктов. Конфеты, это уже суббота, наверное, скорее всего, да, последний день. Еще, наверное, колбаски, я посмотрю еще. Не знаю, вот или ветчинки, или что-нибудь такого. Вот или, хочу, хотя ветчина, ветчина такую погоду, хочу, она подтает. Будь здорова. Колбасы, мы добрали постоянно, уберем. Ну, типа бабушкиных гостиниц, что да, такого, да? Да, да. Так, белорусских. Да. И мясо. Ну, мясо. Мне кажется, чуть-чуть тарталетки надо взять. А, так мало. Хлеб, батон, как обычно, по мелочи. Сейчас опять-таки мелочи, столько наберется. Да, где твои конфеты? Съел уже все? Еще маршрутки. А, ну, маршрутки сейчас съел уже. Да, маршрутки сейчас съел. Так, Вероника, поставь водичку. С собой папа на работу возьмет. Ой, да. Ой, трудится, ой, старается. Да. Да, опять мы с него, блядь, в линию не пошли. Ну, Сережа с Владиком пошли в линию, мы пошли в домой, да? Да, сделала свое дело. Да, скажи. Памперсы. Да, маршрутки. Да. Что, тяжелые? Тяжело? Ставь на стол, что ставь на делаешь? Стол. Так, ну что, ты ладно, пойдем смонтировать влог. Быстренько все разложим, вчерашний влог. Да. Сегодня тоже будет влог короткий, потому что скоро уже буквально 4 часа уже уезжать. Да, потому что мы по-быстрее. Извиняемся, но влог все равно небольшой, но вышел. Зато есть, да. Да. Так, ну все, ладно, Татьяна идет за Илюшей. Сейчас я иду за покажем поделочки. Да? Да? И увидимся уже. Так, я уже забрала Илюшу из садика. Уходила Вероника, потому что заснула. Илюшкин! Что он говорит? Привет. Всем привет, да. Идем из сада, вот Илюша на горку решил покататься, на горке. Дай поскорее, Илюш. Пошли. Катайся и пойдем до дома. Жарко, вот, не очень жарко, тут тенечек вообще просто прекрасно. А? Не, квас мы сегодня не будем покупать, потом дома, да. Вот так вот. О. Ну, иди еще разочек. Как твои дела в садике? Нормально, у Илюши дела, как обычно, в принципе, у него всегда нормально. Все локти побиты за эти дни. Ну, все нормально. Да, Илья? Все локти побил? Ноги побил, локти побил, да? Да, все падал. А где ты падал? Нет, не в садике, на улице бегал, да? Давай, катайся, Илюша, и пошли. Пойдем, котенок. Солнце тут что-то ужасно вообще. Вот здесь вот такое место, тенечек, хорошо. Но вот опять же, площадка, в принципе, такая вот. Мало зелени все равно. У нас, короче, вот, двор очень хороший в этом плане. Мне очень нравится.
Вот так вот. Ильюш, еще, пойдем давай. Ну, я все, по третий раз, и все, хорошо? Давай, все, зайка. Да, последний раз, хорошо, давай. Так, ну все, увидимся. Итак, ну что, время уже 4 часа. Детки наши спят. Да. Так, поделочки показывали Илюшкина? Нет? Так, вот у него поделочки. Сегодня, правда, без аппликации, да, без поделок, и лепки именно. Так, это у нас куклы с мячиком, да? Разукрашивали ватными палочками. Ватными палочками? Да. Это он держал, а так кто закрашивал, да? Да. Получилась страшная кукла. Кукла Чаки, да? Из ужаса, вместо Чаки. Ну ладно, нормально. Так, а это что? Это не разукрашивали машинки. Так, разукрашивали машинки. Да. И линии, наверное, так того, да, непонятно. Вот, так что такие с Илюшкиными поделками. У нас спит сейчас. Вероника тоже тут, в принципе, Владик сейчас с улицы пришел, да, на футбол. Да, играл, бежал, прыгал для окна. У нас небольшие новости. Да, у Владика в субботу турнир. Да, у Владика в субботу турнир. В городе Сельцо. В городе Сельцо. Ну, это пригород Брянска. Пригород Брянска, да, мы туда полчаса езды, наверное. Поедем, но вопрос в том, что, поедем рано. Очень рано. Очень рано. 5 часов. В 6 часов у нас автобус. Конечно, можно на маршрутке ехать. Ну, не знаю, мне кажется. Мне будет очень тяжело, потому что я буду одна, естественно, с тремя. И мне там пересадки делать, поэтому мне будет, конечно, тяжеловато. Потом решила ехать на автобусик. Да, буду играть команда Слединова. Будем играть Слединова? Ну, наверное, Слединова. Ну, скорее всего, там. Скорее всего, они попадут. Турнир будет видно, потому что будет типа жара в эти выходные, обещаю, да, там очень будет, сильно. Турнир 12 до полпирого, да, да, так вот. Пока нет жары. Владик. Готов? Да. Да, посмотрим. Ладно, мама будет смотреть, меня это не будет. Я только приеду в субботу в обед. Да. Ну, такие вот, в принципе, новости у нас. Поедем с утра. Не представляю, как это все выглядит. Надеюсь, все будет хорошо. Да, нормально все будет. Все будет хорошо. Да. Вот, Владика, тем более, сейчас вообще сказали, будет теперь суббота и воскресенье игры, помимо тренировок. Ну, вот, односторонние. Это двух. Суббота или воскресенье, один день. Ну да. Выходных. Там тут односторонние можно, да. Еще что-то просто подготовки здесь, такие. Здесь, конечно, у меня анимат получился там с моими ногтями. Поэтому маникюр в субботу, получается, не успеваю я теперь по времени. Ладно, да? Ты разберетесь, да, с маникюром. Решу, да. До воскресенья посмотрим. Да. Так, что еще? Кино. У меня больше никаких. У меня остался ровно час, я уже уезжаю, так что сейчас влог небольшой, в принципе, быстренько его смонтирую, завтра он выйдет. Ну а следующий влог выйдет только уже в воскресенье, потому что Татьяна завтра снимать не будет. Завтра я не снимаю, в субботу, соответственно, мы снимаем. Ой. Завтра. Подожди. А, я в субботу приеду. Нет, да? Завтра мы снимаем. Все, я уже запутался с этими я днями, с этими переездами, все. Поездками. Блин, точно. Завтра мы снимаем, блядь, субботу мы снимаем. И суббота, воскресенье, понедельник и вторник. Так что все, снимаем. Я уже запутался действительно. Точно. Завтра пятница, субботу я приезжаю и монтирую. Все, снимаем. Татьяна в субботу снимает Сельцо, вообще будет снимать первый слово поеду в город Сельцо. Вот. Да. А может даже. Кстати, там живет подписчица наша, тоже Татьяна с ней созванивается, так что может там встретиться, не знаю, посмотрим. Да, если получится. Если получится. Ну, скорее всего, может быть, да, когда город небольшой, мы там все-таки близко всем. Если повременно будет успевать, может быть, там с ней. Ты еще договоритесь, да. А вот, так что, ладно, Владику удачи, но это еще вас разбужу в субботу в ночь, потому что с пятницы на субботу я работаю в ночь. Да, мне сегодня уже на работу, так что сейчас я прямо вот как бы с дороги прямо буквально минут через 20 на автобус на рабочий уже. Доскачу до бабушки Оли, проведу, как он там болеет, как, не знаю, ну работает. Вот, ну что, в принципе, такие у нас сегодня дела, небольшой влог, ну, я считаю, что-то чуть-чуть, но, в принципе, есть, да, мы сняли, снимаем, будет все-таки интересно. Что еще? Ничего, в принципе. Будем прощаться, да? Всем еще раз большое спасибо за комментарии, да, большое спасибо. Поздравления, очень много поздравлений, спасибо еще раз огромное. И сейчас... Что это такое? Что-то посмотреть. Что это там? Так, и вот по поводу, вчера мы передавали привет Тихону Татьяне. Забыл, если честно, Татьяна ответит в одноклассниках на ваш вопрос. Ответит. Да.
сегодня. Да, потому что вчера пока приехал уже, естественно. Действительно, чтобы побыстрее. Привет, да, были списаны, списаны и все. А, надо. Ну, а, ну там, в общем, одноклассники встретишься. Да. Все, так что даже будет сегодня уже. Да. Все, ну что, прощаемся. Всем приятного просмотра, хорошего настроения, всем пока-пока. Владик! Чем? Всем привет, такой. Он запутался. Всем пока. Всем пока, всем да. Пока. Спокойной ночи. Еще спокойной рано. Так, ну что, подписывайтесь на канал, ставим комментарии, ставим лайки, дизлайки, кому что нравится. Всем до встречи, всем пока. Ну и, естественно, пока-пока за Веронику. И всем пока, спокойной ночи за Ильюшку. Мы тоже передаемся. Да, спокойной ночи, да.